На форуме в онлайн-формате «День друзей Ржевского района» под девизом «Инвестиции – это жизнь» обсудили важные проблемы района и варианты их решения. На повестке дня – газификация района и разработка сельскохозяйственных земель. Участники встречи, предприниматели и инвесторы рассказали о реализации проектов текущих и будущих, а также поделились планами на будущий год. Подробности смотрите в материале далее. Обеспечить газ в ряде населенных пунктов Ржевского района – одна из приоритетных задач в следующем году. Голубое топливо уже давно ждут жители деревень Зайцево, Азарово, Трубаево и несколько других объектов. Одной из задач, которые ставят сегодня, это мы почувствовали во встрече Игоря Михайловича Рудеги, губернатора области, с президентом нашей страны, это газификация. Реализация любого проекта занимает немалое количество времени. И главное, что мы остаемся, что называется, партнерами. На сегодняшний день один из друзей Ржевского района, инвестор компании ООО «ССМП Стройгаз», который работает на территории Тверской области на протяжении нескольких десятилетий, готов в следующем году решать эти задачи. За время своей деятельности нами газифицировано более 150 тысяч квартир. 13 районов Тверской области. Проложено более 1000 километров жиженого природного газа. Построено 4 газопровода отвода со станциями АГРС, около 500 километров теплотрасс. Переведено более 1000 объектов на автономное отопление. В планах на 2021 год построить 20 километров газовых сетей и подключить те объекты, которые уже готовы принимать тепло. Помимо газификации, еще одна важная задача – это разработка и засев сельскохозяйственных земель. Это направление требует особого внимания. На сегодня мы имеем 4600 гектаров земли. Посевной кампании 2020-2021 года это где-то будет 2100 гектаров земли, будет как бы засеяно. Остальная земля – заросшая земля. Потенциал Ржевской земли позволяет активно развивать сельское хозяйство. Планируется в 2021 году засеять земли зерновыми, пшеницей и рожью. Помимо выращивания зерновых культур, активно развивается и фермерское хозяйство. Сейчас в Ржевском районе работает программа «Мой гектар». Можно приобрести гектар земли и больше не только для строительства дачного дома, но и для организации фермерского хозяйства. Гости онлайн-форума, предприниматели в сфере строительства и сельского хозяйства рассказали о реализации этого ряда других проектов, а также отметили интерес граждан к строительству недвижимости в пригороде.